嗨，大家好，我是北京人在乌克兰的作者孙庄。乌克兰最廉价的性工作者多廉价，他们的内心世界又是什么样子的？相信大家一定会吃惊的。今天呢，你们小小玲珑大光子呢，就给大家展示一个不为人知的乌克兰。我现在所在的位置就是出城的方向啊，那边是城里，前面有座桥，过了一座桥呢，再过个3公里，然后咱们就出城了啊。为了大家，你看我多拼，说实话有点担心，因为对于我这种长期生活在乌克兰的人来讲呢，是有一定危险性。走吧，一起去看一看吧啊！大家别忘了点赞支持啊，没加关注加关注啊！你们小小玲珑的小光子带你们去看到一个不同的乌克兰，真的，真实乌克兰。走，前面马上就到了啊，说实话有点紧张啊。有一个好消息啊，我们在对面看一两个，一会儿我掉头回去啊，看看能不能跟他们聊上啊。Боже, капец, ужас. Ух. Добрый вечер, девочки. Не работаете? Ладно. Простите.Добрый вечер. Добрый. Как дела у вас? Хорошо. Что там у вас? 500 метров. Ага. Садитесь.相信大家听到这个姑娘报价以后呢，一定很吃惊吧？其实我告诉大家呢，在乌克兰首都基辅，这个行业的均价大概在50到100美金左右啊，这是一个中间价。当然了，还有更高的。性工作者的价格呢，完全是取决于这个他自身的条件，还有他工作的场所是否需要去交保护费啊，就是这样啊。Сзади ходите. Нормально?Как звать? Лена. Лена, очень приятно. Володя. Да, взаимно. Вы же хулиганить не будете? Вы что, посмотрите на меня. Я боюсь, похоже на того человека. Я не знаю, как они выглядят. Хулиганы? Какие у них, в очках? Да. Какие у них там признаки? Хулиганы, такие улыбки нет у хулиганы. Я не рассмотрела. Ну сейчас посмотрите. Вот через зеркало вы видите меня. Я вас не вижу тоже.Глаза уже достаточно. Глаза – это окна сердца. А у него души. Спрятаны. Вы как, постоянно тут стоите? Нет, не постоянно. Давай откровенно. Можно я кое-что спрошу вас? Да? Я сам из Азии. Я снимаю видео, да? Ну, в жизни. Блогер такой. Хотела бы пару слов сказать на камеру. Как? Без лица? Без лица. А вас вообще никто не подумает. Формат видео нет. А сейчас можно. А на видео нет.Почему, ну, ты пошла на такую работу? Первый вопрос. Вот меня интересует. Я знаю, что, может быть, у всех... Потому что я люблю деньги и я люблю секс. Вы любите деньги, вы любите секс. Хорошо. То есть это не из-за того, что, как бы, у вас дома там кому-то тяжело, знаете, дома там, ну, мужика нет. Нету дома, допустим. Нет. Я симпатичная девушка. Нет, согласен, я могу, да, улыбнуться, и мне мужик сделает с улицы то, что делает муж дома. Вот. Позвать, и он, да, мне починит, поремонтирует. А могу не напрягаться и не улыбаться, отдать денег, заработать и, да, дать вообще. А то же самое, что давай кофе выпьем, я угощу вас. Сейчас зайдем, может, в Макдональдс, если есть желание. Есть пару минут выделить. Пару минут есть. Да, ну все, заедем сейчас, пообщаемся. Давай на ты, да, можно, да, на ты, конечно. Да? На ты, хорошо.Ты любишь денег, любишь секса. По этой причине ты пошла на такую работу. Хорошо. И скажи, пожалуйста, ну, как доход, если не скромный вопрос. Какой доход вообще приносит тебе в день? Ну? Не знаю. Ну, средний. По-разному. Я могу сказать примерно в месяц. Ну, месяц сколько? От 50 тысяч. От 50 тысяч. То есть это даже при том случае, если ничего когда? Ну, сегодня ничего. Сегодня ничего. Вот два раза, вот смотри, с тобой я могу поехать, и еще с одним мужчиной могу поехать. То есть это уже будет $50. Ага, о, да, точно. А могу поехать еще на 2 часа, и это будет еще $100, уже 150. Ну, грубо говоря, если в день $100, это минимум, правильно? С расчета, ну, почти нет, не минимум, чего. Может быть, вообще ничего. Не, может, ну, целую неделю быть ничего, ну, как ничего, не потому что нет людей, а потому что, ну, ты не хочешь работать, ты устал, ты хочешь отдохнуть, ты это... От 50 тысяч, это у нас, получается, две штуки. Полторы-две тысячи, как работаешь? Ну, да, сейчас в Киеве офисы так не зарабатывают. Нет. Офисы, наверное, а тут штука.
600наверное или и меньше。乌克兰首都基辅的这个白领的工资呢，平均来讲啊，应该到不了20000格里夫纳啊，这也就是说，不到5000人民币啊，就是这么一个概念。А дальше то ты не можешь ни развиваться, ни делать то, что тебе. Ждешь отпуска, у тебя отпуск 2 раза на год. Все. А так сколько время, ну, примерно? 5 часов, 3 часа, 2 часа, ну, в день работы. Хочу 3, хочу 5. Не, сколько хочу. Чисто сколько... зависит от настроения. Да, сколько хочу, сколько гуляю. Хочу дома сижу вообще. Вопрос у меня еще интересует. Я так понимаю, что есть местные пандиты, есть местная крыша. Ну, это мы скажем так. Да? Вы ни с кем не делите эти денег? Я нет. Хорошо. Ну, вообще делается так? Вообще делается. Я делается. Не люблю делиться. А, вообще есть так, такое, такие случаи, правильно? Ну, я слыхала, да, есть. А, есть такие случаи. Ну, на данный момент у вас такое нет? У меня точно нет. А, у других, может, и есть. Ага. Не, да хорошо, сама хоть себе хозяин, потому что зачем с кем-то делиться, правильно? Ну, я работаю, мои деньги. 在乌克兰这个地方呢，据我了解呢，这种灰色行业，这种地下行业啊，它的控制权都在当地的黑社会议员，然后一些大佬啊手里掌控。所以呢，一般的性工作者呢，他会将自己的这个劳动所得呢，拿出大概30%到40%来分给管理者啊。比如这个嫖资是1000，然后他这个姑娘呢留600，然后400给管理者，就是这样。Я не наркоман, не алкоголик. Не, но голый я не стою. Я понимаю, насколько я понимаю, что типа проституция это же не разрешено в Украине, как бы, ну.Правильно? Есть такой закон или нет? Да, есть. Есть такой закон. А что именно такое проституция? Определения нет. Да, да, да. То есть, скажем так, они могут приехать набугать, да, разонять, но как бы предъявить претензии нет. Доброй ночи. Доброй ночи, самолет. Мне, пожалуйста, латте большое. А вам что? Тебе что? Добрый американо. Ты куришь? Не, я не курил, к сожалению. Сейчас. Не, я курил. Я бросил. Бросил еще 4 года назад.Переболела, короче, и насморк был, простуда. И думал, блин, заодно брошу курить. Постоим? Пообщаемся? Можем. Да? Не, 5 минут дело. Кофе пока выбьем. Я же как бы блогер, я же говорю. Поэтому меня это интересует. Почему девочки, красивые девочки, да, идут на такую работу, а не сидеть, ну, допустим, в офисе. То есть теперь я получил уже ответ от тебя, допустим, от непосредственно человека, который этим занимается. Для меня это все, ну, интересно, в принципе. Кому-то тяжело дома, кому-то там надо кормить семью и? В таком плане. А зачем она их родила, если она их не может кормить? Вот. Вопрос. Ну, ты можешь позволить себе жирафа дома завести? Нет, ведь конечно. У тебя есть достаточно места, корма для него, создать ему уют, чтобы животное было... Это животное, а это ребенок, совсем другая ответственность, да? Ну, в принципе, есть да. Есть ответственные люди, а есть безответственные люди. Если от 50 тысяч, это не маленькая сумма. А что она должна быть маленькая? Когда это наркотики, секс и оружие были легко доступны и дешевые. Когда? Никогда. Они всегда были. Да, были всегда. Кто не рискует, то шампанское не хочешь пьет. Хочешь оружие хорошее, ты потратишь достаточно хорошую сумму денег. Хочешь наркотик хороший, а не химию какую-то плохую, да, от которой тебе нужно потратить тоже денег, хорошую сумму. Хочешь иметь секс, как бы, ну, беспроблемно и более-менее качественно, это тоже стоит денег. А если вообще качественно, это эскорт, так там, ну, другие суммы. И там далеко не $2000, там $2000 в час. И почему она? Почему та девочка может так зарабатывать, и почему она на это идет? Явно не потому, что детей нечем кормить. Почему мужчина не может позволить себе пригласить на общение и, возможно, на секс девочку, которая ему понравилась? Почему об этом стыдно говорить? Ой, честно, ну это интересный это вопрос. Это природа. Почему об этом нельзя говорить? Если красивая фигура, если мужчина наслаждается, это радует глаз, радует взор, приятное лицо, хороший голос приятный. Почему это нельзя говорить? Это стыдно. Нет, это не то, что стыдно. Мне кажется, по мне, да, что я по себе чувствую. Я, допустим, если вижу девочек, которые мне нравятся, да, то как-то...
сыкано подойти, сказать, ой, блин, ну красотка, тебе мне нравится, дай мне, пожалуйста, номер телефона, можно с тобой познакомиться. Может быть, да, если там, ну, выбить там 100 грамм, может быть, пойду, да. Ну, а так, если в жизни на улице встречаю там с кем-либо, да, то, может быть, и не подошел бы. Потому что все боятся отказ. Ну подожди, ты ж ей идешь сказать, потому что ну выразить свою вот ты молодец, ты классно выглядишь, ты вот я хочу сказать, что вот сделать тебе приятный и выразить свое восхищение тобой. Согласен, да, согласен. 好了，朋友们，关于乌克兰廉价性工作者的上期呢，今儿到此为止啊，明后两天呢，我会给大家尽快的更新下一期啊。因为这个视频呢，说实话做起来，难度很大。首先最难的就是翻译，因为每一句话我都要去自己翻译，然后打在这个视频中，所以说这个非常耗时间。再一个呢，就是为了不让画面大家觉得枯燥呢，我加入了很多网络上摘取的这些元素啊，这些素材。所以说，希望大家多多支持，然后多多点赞。没有关注的呢，一定要给个关注啊，免费的啊，谢谢大家。咱们下期再见，拜拜。